хорошо звучит. Машина 2 литра, турбо. Ну, выхлоп хочется басистый, но не прям чересчур, чтобы не надоедало в салоне. Поэтому хочется заслонками. Не знаю, сейчас посмотрим, послушаем. По машине вообще вложений типа много не было. Ну, за ней ухаживают, получается. Ну, просто хочешь что-то побыстрее, подинамичнее. Поэтому сейчас делается выхлоп сначала, а потом в скором времени она едет чиповаться, и дальше уже будем смотреть, что и как уже. Может быть, будем доделывать выхлоп, улучшать его, и потихонечку машина будет заканчиваться именно как проект дальнейший. Вася, это он тебе все посчитал, что мы все вырезаем и делаем этот байгольц. Ебать, там труба. Вырезание. Бля, он очень пиздатый, Вася. Если бы я просто один бы ездил, да? Ну. Да я бы вообще все вырезал, она бы орала. Ну а тоже, типа, с семьей ездить кому-то будет неприятно. Что-то сейчас по-другому зазвучало, нет? Мне да. Показалось. Больше баса, да. Первый. Но опять же, берите в учет, что когда здесь проложится дальше трасса, она еще тише станет. Ну, поэтому это первый, да. Да, я просто, походу, вообще отморозок, я именно все бы вырезал, да. Отвечаю. Я бы чисто прямую трассу сделал бы и даже не думал бы ни об этом. Понял? Бархатные тяги, ребята. Да, хорошо. Ну хорошо, получается 2 часа и все готово, мы забрали. Да. Не, в салоне вообще хорошо. Да, гула нет. Вот это, когда он до осечки бьет, 5-6 тысяч оборотов, у него нормальный такой приятный звук. Не, ну заводится она круто. Хорошо звучит, да. Хорошо звучит. Хорошо звучит, правда. Не, очень крутой, да. Сейчас. Уверенно звучит прям. Очень круто звучит. Вообще отлично, мне очень нравится. Устраивает все. Я прям в восторге. Мне очень понравилось.